Че, что ли? Пошел вон отсюда. Че ты, блин, поехали? Давай, пошел вон. Да, вали из машины. Народ, всем привет. Мы продолжаем проверять пассажиров. Сопрут они кошелек или не сопрут. Все абсолютно то же самое, только здесь мы положили немножко красненьких бумажечек. Ну, соответственно, не настоящих. И мы кидаем его, как обычно, на заднее сиденье. И едем за пассажиром. Ко мне, что ли? Че, это ты? Кто ты? Пальто. Шушары, едем. На Пушкинскую? Да. Садись, слушай, ну только с пивом нельзя. Бля, ну ты за... Слушай, ну это, все я проливают, ты понимаешь, химчистка, все такое. Давай-ка, давай допивай, чтобы без этого, и садись, поехали. Че ты такой душный, а? Как же надоел, бля. Все, почему все вечно хотят пить в тачке? Я не понимаю. Я не понимаю эту хуйню. Я просто не понимаю. Ты что, русский? Чего? Ты что, русский? Расист! Расист! Русский? А что, не похож? Хрен знает. Много не русских в такси. Вообще, на таксиста особо не похож. В смысле? На стриптизера больше какого-то похож. Чего, блин? Почему? Хрен знает. Прическа странная какая-то. Нормальная прическа. Тебе виднее. Это да. Как звать-то? Миша. Серега. Здорово. Эш. Слышь, ты что делаешь? В тачке не курят. Не курю я. Пар попускай. Да какая разница, это одно и то же. Электронка, сигареты. Слушай, я тут детей вожу и это. Давай я тебя тормозну лучше, ты выйдешь покуришь, ладно? В машине нельзя. Слушай, мы сейчас вообще не поедем. Ну, тормозни у магазина так. Магазин при... Спишь, что ли? Не, братан. Ты магазин просил, иди. Уже? Уже, да. Давай, и покуришь заодно, чтобы потом это... Ладно. Что с ним, блин, не так? Кстати, а кошелек пока на месте? Либо он его не заметил, либо ему вообще просто не до этого. Но я чувствую, поездка будет веселая. Ладно, сейчас подождем. Все нормально? Едем? Да. Вези меня, извозчик, по мостовой. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. Ты что делаешь? Слушай, я же тебя попросил, я тебе сказал, что тут не курят, не пьют. Чувак. Да и отпить. Не курят. Прольется. Ну, я говорю, вот ты прольешь, потом кто будет за химчистку платить? Ты когда садился, я тебя попросил, ты сказал, окей, допил, выкинул. Нафига ты вот сейчас опять это делаешь? Мне сказал, ну, плюешь плюс 2000. Слушай, давай без этого. Мы либо сейчас никуда не едем, либо давай мне банку, я ее поставлю, она будет стоять здесь до конца поездки. За рулем не пьет. Да ладно. Все, пусть здесь стоит. Сказочный. Может, не в Шушары поедем? А куда? Не знаю, поехали к бабам. Поехали к бабам. Каким бабам? К этим, что ли? Да. Оу май. Не, слушай, это... давай не сегодня. Че ты, баб не любишь? А почему люблю баб, нормально? Хрен знает.
выглядишь так, бабам не хочешь. Не этот? Да о чем? Не знаю, ты выглядишь как-то странно, к бабам не хочешь. Как? Что значит выглядишь странно? Обычная прическа, обычная куртка, что не нравится? Не знаю, к бабам не хочешь опять же ехать. Так а почему я должен хотеть к бабам? Потому что это по мальчикам, по мальчикам, по мальчикам. Чего, б***ь? В смысле? В прямом. Еще раз. Может, ты по мальчикам? Ты что, туда? Пошел вон отсюда. Че ты, блин, поехали? Слушай, ты сначала бухаешь, тут куришь, тут этот. Мы нормально не можем доехать. Иди отсюда, выходи из тачки, короче. Нормально доедем, если ты поедешь, блин. Ну что, сука, туби пизда. Давай, пошел, блин. Да, вали из машины. Да ты че? Ты нормально будешь ехать? Да нормально едем. Ну тогда ты либо этот, ну ты думай, что базаришь. Я к тебе бабам предложил, а ты отказался. Я тебе кореш, друг или кто? Успокоился? Все? Ты не спокоен. Ну все тогда. Блядь, где вы, сука, такие рождаетесь, полу***, блядь, е***ки. Ты при слове бабы нервничаешь. Чем из бабы? Ты за словами что-то вообще не следишь. Такой, не такой, п***, не п***. Что это за разговор-то? Тебя мы... называл, а тебе предложил поехать к бабам. Опять уснул, что ли? Петушара. Петушара. Не понял. Чего ты говоришь? А, я думал, ты мне говоришь. Мы вроде решили, что ты баб не любишь, но не петух. Алло. Ну чё, ты дам на Захарова? Давай на Захарова в итоге. То есть в Шушары не едем? Да, в Шушары не едем. Точно на Захарова? Да, точно на Захарова, всё. Какой адрес? Блин, самый конец Захарова. Как договорились, да? Если заходишь к тёлкам, они там рядом. Мы тёлок уже с тобой обсудили. Ну, где-то возле чайной. Возле какой? Здесь. Здесь прямо? Да. 389. Слушай, извини, мелочи нету. Без 11 рублей, пожалуйста. Все, давай, удачи. Давай, счастливо. Сейчас я вам его покажу. Бля. А пиво ты кому оставил, а? Эй, братан! А пиво ты кому оставил? Мне сегодня еще рано пиво пить. Да, спасибо, братан. Все, давай, удачи. Короче, как-то так у нас закончилась сегодняшняя поездка. Не из легких. Кошелек. Да, он спер кошелек. Не, подожди. Слушай, мне сейчас с конторы позвонили. Сказали, что клиент перед тобой оставил кошелек на заднем сиденье. Ты не находил? Нет. Серый такой кошелек. Нет. Чувак, слушай, без обид, но кроме тебя просто некому. Вот какого х**? С ним и так изначально, блин, не все нормально было. Он еще когда-то, блин, мы пока ехали, я вообще забыл про кошелек. Он то со своим пивом, то со своим этим. Да, я уже просто не стал его догонять, но смысл. Короче, папа, он то ли пересрался, но он понял, короче, что, видимо, что его этот спалили. Так что, народ, как-то так. Короче, уже не первый это эксперимент, и как показывает
практика, что все равно люди воруют. В любом случае, это очень на самом деле стрёмно, потому что, ну видишь, ты чужая вещь, ну верни. Зачем брать чужие вещи? Короче, как-то так. Вот и закончился эксперимент. Всем пока, всем удачи.